Самаре проходит 14-й Всероссийский форум «Статус доступно». Его организует межрегиональное сообщество «Движение против рака». Оно было создано в 2008 году и занимается информационно-правовой деятельностью. В сообществе работает штаб юристов и психологов, поэтому «Движение против рака» готово представлять интересы больного в суде, оказывать моральную поддержку и отвечать на поступающие вопросы. Мы не лечим, мы не даем медицинских консультаций, потому что мы считаем так, что врач, врачебное сообщество лечит, пациент лечится, а пациентское сообщество при возникновении каких-то проблем между ними помогает им сделать коммуникацию. Впервые за всю историю форум прошел не в Москве. Самара стала главной площадкой, и не случайно. В Самарской области делаются большие успехи по оказанию медицинской помощи онкобольным. В регионе открыто 10 центров амбулаторной онкологической помощи. В них за предыдущий год примерно у 75% больных выявили онкологию на первой-второй стадиях. По всей области обнаружено около 18 тысяч новых заболеваний. Между врачами и пациентами выстроено четкое взаимодействие и обратная связь. Все эти факторы влияют на эффективность лечения. Сегодня в общем доступе есть такое социальные сети, куда регулярно задают вопросы как благодарности, так проблемные вопросы, так и претензии, которые есть к медицинскому сообществу. Соответственно, мы, отрабатывая их, понимаем, где какие есть организационные решения и требуют изменений, а где просто разъясняем ту ситуацию, которая складывается в законодательной базе. Проведение таких форумов, да еще с участием, самое главное, и организаторами пациентских, общественных организаций, для нас имеет очень большое значение, поскольку обратная связь и участие пациентских организаций в реализации наших основных задач для нас очень важное значение имеет. Каждый год на форуме выдвигается главная проблема для обсуждения. В этот раз темой стала доступность онкологической помощи. Мероприятие получило характерное название «Статус доступно». Алексей Бабенков знает об этом не понаслышке. Его диагноз – костная саркома. Алексей смог связаться с врачами из Санкт-Петербурга. В 2021 году они прооперировали Алексея, создав первый индивидуальный протез пяточной кости. Конечно, это моя заслуга, я могу даже так сказать. Я не сам себя прооперировал, нет, не в этом заслуга, а заслуга вот именно в ответственном самолечении. Понимаете как? Вот. А информационно и быстрая связь, это именно важную роль заняла коммуникативность, вот, коммуникация, вот, быстрый ответ. На форуме онкобольным рассказали, насколько важно проявлять инициативу и коммуницировать с врачами, а также подробно рассказали о правах пациентов и о том, как искать выход в сложных ситуациях. Кроме того, медики напомнили, что регулярные обследования и ранняя диагностика – залог успешного лечения онкологических заболеваний. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.